Здравствуйте! Субботним утром 8 февраля 2020 года на Толмачевском шоссе в Новосибирске произошло жуткое лобовое столкновение с участием грузовой фуры и легковушки Toyota Corolla. Как стало известно, женщина, управляя автомобилем Toyota, завершая обгон, потеряла сцепление с дорогой, не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу, где столкнулась с движущимся навстречу большегрузным тягачом Scania. В результате столкновения женщина погибла на месте. В салоне автомобиля с ней находилась еще одна женщина. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в ближайшее отделение больницы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор. Ну, что тут такое? А? Ты что запустил? Стандартное, ну. Ну, я на куда скачивается. Также в телефон просто уже. Там-то все должно быть хорошо. Уважаемые участники дорожного движения, просим вас быть предельно внимательными на дороге. Соблюдайте скоростной режим, помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров. Всегда помните, от вас зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Не отвлекайтесь ни на какие телефоны или иные какие-то моменты, которые могут вас отвлечь. Все внимание только на дорогу. Одна необдуманная ошибка может лишить жизни не только того, кто ее допустил. Перед началом движения лишний раз убедитесь, что никому из участников не создаете помех. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Подписывайтесь на наш канал, делитесь данным роликом с друзьями и знакомыми. Может, хоть так до большинства водителей дойдет, к чему приводят их необдуманные поступки. Каждый день в России и во всем мире случаются смертельные аварии. С каждым днем их становится все больше и больше. По статистике, большинство из них происходит по каким-то глупым и необдуманным поступкам водителей. Всегда старайтесь держать под контролем всю дорожную ситуацию и то, что происходит вокруг вас. Желаем вам всего доброго и только хорошего. Всем отличного настроения и пожизненной удачи. Всегда и везде берегите себя. Благодарю за внимание. Всем пока.